Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Накануне в Министерстве спорта России состоялась рабочая встреча главы ведомства Павла Колобкова с главой Тувы Шалбаном Караолом. Основной темой беседы стало завершение строительства крупного спортивного центра в поселке городского типа Кайхи. Ключевое – это завершение строительства очень важного объекта для региона. Это такой спортивный комплекс в Кайхи. Объект уже у нас с 2013 года. Сейчас мы активизируем его, завершение его строительства. Это действительно объект очень важный для всего для региона, для ТВ. Объект предусматривает количество зрительских мест порядка 7 тысяч. Объект очень похож на тот объект, который у нас уже есть, реализован в Ханты-Мансийске. Просто сегодня мы детально рассматривали вопросы его за завершение. Надеемся, что в ближайшее год-два мы должны его там завершить, принять все для этого меры, потому что действительно будет большой подарок для региона. Глава Тувы отметил, что за последние годы, благодаря поддержке Минспорта России, в регионе построено более 20 новых спортивных объектов, в том числе футбольные поля и бассейны. Сейчас в связи с вводом вот этого объекта у нас будет другая ситуация по спортивной инфраструктуре. Мы очень надеемся на него. Поздравляем! Поздравляем! Цветочный патруль или великолепная восьмерка вышла на дорогу к Кызылам. В преддверии главного весеннего праздника сотрудники госавтоинспекции и юные инспекторы движения начали проводить поздравительные акции. Так, сегодня возле городского ЗАГСа автоледи ждали инспекторы ДПС, но на этот раз с поздравительной речью и тюльпанами. Мы сегодня не будем спрашивать у вас документы, не будем проверять документы, а хотим просто вас поздравить с наступающим Международным женским днем, пожелать вам всего наилучшего, чтобы вы всегда были окружены вниманием и заботой. И удачи на дорогах. Госавтоинспекция региона, не изменяя традиции, на протяжении нескольких лет проводит данную акцию. Как отмечает начальник регионального ГИБДД Андрей Светышев, даря тюльпаны, инспекторы ДПС еще раз напоминают автолюбительницам о правилах дорожного движения. С каждым годом у нас все больше и больше становится женщин-водителей. Они, конечно, намного аккуратней управляют автомашиной, хоть и бывают у них какие-то оплошности и огрешности, но они никогда не водят машину агрессивно. Поэтому мы желаем, чтобы поменьше каких-то происшествий происходило именно с автоледи. Кроме сотрудников полиции, вместе с теплыми пожеланиями, юные инспекторы движения дарили дамам за рулем самодельные открытки с традиционной восьмерочкой и бумажные тюльпаны. Также участники акции, в частности сами дети, призывали дам быть внимательнее на дороге и соблюдать ПДД. Мэрия Кызыла вводит ограничения на продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, 8, 9 и 10 марта. Запрет введен постановлением от 4 марта об ограничении реализации алкогольной продукции в день проведения праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 марта, и распространяется на все точки розничной торговли, кроме предприятий общепита. Однако последним рекомендуется в эти дни также воздержаться от продажи спиртосодержащих напитков. Гражданам, принимающим участие в праздничных событиях, запрещено проносить с собой алкогольные напитки, пиво и напитки на его основе. Организаторы гуляний в честь Масленицы сообщают, что абсолютный покоритель масляного столба, установленного на площади Арата, может получить в подарок живого поросенка. Программа мероприятий, посвященных празднованию Широкой Масленицы 10 марта, традиционно состоит из ярмарки продажи «Масленица-лакомка», выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, концертных номеров коллективов города, конкурса по поеданию блинов и игровой программы. С 12 до 15 часов на площади пройдет театральное праздничное представление «Широкая Масленица-2019» с концертными номерами коллективов Кызыла. В 13 часов конкурс по поеданию блинов «Пальчики оближешь», а конкурс «Масленичное подворье 2019» начнется в 12 часов. В это же время будет организована игровая программа, конкурс «Удалых и смелых», покорение масленичного столба, конкурс силачей, поднятие гири 16 килограммов, командный конкурс перетягивания каната, конкурсы для удалых и стойких, бой подушками, ходьба на ходулях, большая скакалка, метание метлы. А традиционное сожжение масленичного чучела пройдет в 14:00 на проезжей части улицы Ленина.
В день проведения мероприятий по празднованию широкой масленицы на площади Арата и улице Ленина с 10 до 16 часов будут временно перекрыты от пересечения с улицей Чульдум до пересечения с улицей Тувинских добровольцев. С помощью данных Росстата составлен рейтинг регионов России по среднемесячным номинальным зарплатам по итогам 2018 года. Тува занимает в нем 31 место. Жители республики в среднем зарабатывали в прошлом году чуть больше 30,5 тысяч рублей. Это на 13% больше, чем в 2017 году. В тройке лидеров по зарплатам в 2018 году были Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Москва на четвертом месте. В пятерку регионов с самыми низкими зарплатами – по итогам 2018 года вошли Алтайский край, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика, Республика Ингушетия и Дагестан. И о курсах валют на сегодня. Доллар составляет 65 рублей 84 копейки, евро 74 рубля 42 копейки. Любимый расстроил вас подарком? Знатные меха исправят положение. Приходи на ярмарку знатных мехов и получи в подарок скидку до 30% на весь ассортимент. С 4 по 10 марта на втором этаже ТЦ «Меридиан», город Кызыл. Праздник уже на носу, а цветы уже на витрине. Магазин «Калибри». Дарите любовь красиво. 8-913-340-40-90. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и «Калинина», 25. Тотальная распродажа. Только 200 норковых шуб по цене 79 тысяч рублей. С 28 февраля по 10 марта. Сум, цокольный этаж. Пятого марта в Лукхемском районе возбуждено очередное уголовное дело за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. По материалам госавтоинспекции следует, что 10 февраля в Шагонаре 32-летний мужчина сел за руль ВАЗ, будучи пьяным. В ходе составления протокола инспектор ДПС установил, что гражданин в июне 2016 года постановлением мирового судьи был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчине было назначено наказание в виде лишения водительских прав на 18 месяцев, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на это, он продолжил нарушать ПДД. Также 26 января текущего года около 3 часов ночи инспекторами ДПС в поселке Кайхем для проверки была остановлена Honda Domani. Транспортным средством управлял 36-летний мужчина. В ходе проверки документов госавтоинспекторам стало ясно, что мужчина пьян. Его незамедлительно отстранили от управления транспортным средством. При проверке по базам данных установлено, что указанный гражданин в июне 2018 года подвергался административному наказанию. Из-за повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения дознавателем возбуждено уголовное дело. В сельских школах Тувы начнут создавать центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Республика вошла в список субъектов России, получателей субсидий в рамках национального проекта «Образование». В текущем году на базе 20 школ из 14 районов будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Деятельность центров нацелена в первую очередь на формирование современных компетенций и навыков детей в рамках реализации предместных областей технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности, а также дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности с применением проектных методик, групповых форм обучения в ковкорингах, создание межпредметных проектов с использованием высокотехнологичного оборудования центров. Предполагается оборудование помещений для шахматной гостиной и медиазоны. Площадки будут использоваться как образовательная среда для развития научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчества. Важное направление – использование площадок создания прямых связей с реальным сектором экономики и сетевого взаимодействия с образовательными организациями Владимирской области. В период с 2019 по 2024 год на территории Тувы планируется создать не менее 100 центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 17 муниципальных образованиях, имеющих общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности и малых городах.
Что может быть приятнее в подарок для женщины? Конечно же, золотое украшение. 7 марта состоялось открытие салона «Росзолото» в ТЦ «Империал» по улице Тувинских Добровольцев, 29, где гостям предлагают огромный выбор качественного золота по приятным ценам. Также в честь открытия салон «Росзолото» дарит приятные подарки. Так, при покупке свыше 10 тысяч рублей шампанское в подарок. А также при покупке свыше 35 тысяч вы станете обладателем подарка из золота. Приходите к нам. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 12 до минус 14, днем от 0 до минус 2. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.